Это красивое и внушительное здание находится в самом центре Лондона, на Великой Королевской улице. Рядом знаменитый театр Ковент Гарден и другие исторические достопримечательности британской столицы. Этот дворец – не что иное, как главный храм всех масонов. Здесь заседают члены самой древней тайной организации на планете – Великой Объединенной Ложи. В нее входят десятки тысяч человек, и ей подчиняются сотни филиалов по всему миру. Девиз масонской организации – слышать, видеть, молчать. Но о чем молчат эти люди и кто они? Что они делают в своих храмах? И почему это всегда окутано тайной? А главное, правда ли, что члены тайных масонских лож правят всем миром? Сами масоны утверждают, им запрещено ввязываться в политику, обсуждать решения властей и пытаться изменить общественный строй. Единственное, чем они занимаются, это борьба за равенство, просвещение и духовный рост человека. Возможно, это так. Но тогда почему в ложах масонов состоит очень много влиятельных и богатых людей? Вот лишь некоторые из них. Президент США Джордж Вашингтон, автопромышленник Генри Форд, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, нефтяной магнат и меценат Альфред Нобель. И этот список можно продолжать еще и еще. Неужели все эти люди так сильно переживали за духовный рост человечества? Или все-таки масонские ложи – это и есть теневое правительство, которое правит миром? Но если это так, то какие решения оно принимает и на что способно влиять? Посмотрите на эти фотографии. Это премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. А это экс-президент США Джордж Буш-младший. Еще один бывший лидер Америки Билл Клинтон. А это президент Франции Николя Саркози, принц Уильям, бывший президент Палестины Ясир Арафат. Обратите внимание, все они приветствуют друг друга каким-то странным жестом. Так называемая рогатка. Указательный палец и мизинец подняты вверх. Что означает этот загадочный жест? Некоторые исследователи утверждают, на тайном языке масонов он означает принадлежность к элитному клубу, куда вход обычным смертным закрыт. Если какие-то политики используют его, значит, они являются членами этого древнего тайного общества. Если говорить о сегодняшнем дне, то масонство, если его, ну, так говорить о нем просто и схематично, это тайный политический профсоюз элиты, который объединяет, ну, таких не очень разборчивых средствах политических деятелей. В этом смысле в масонских ложах практически состоят все крупнейшие главы иностранных государств. Кроме странных фотографий, других доказательств того, что кто-то из европейских, американских или российских политических лидеров действительно состоит в масонских ложах, нет. В свободном доступе невозможно найти ни видеозаписей, ни архивных документов или протоколов того, что кто-нибудь из президентов или премьеров крупнейших держав вступал в этот тайный клуб. Но зато, как оказалось, президенты стран африканского континента охотно вступают в масонское братство. Нам удалось достать по-настоящему уникальную видеозапись. На ней обряд посвящения Жана Доминика Окомбо, первого помощника президента Конго. Не так давно он стал членом одной из французских лож. Мы принимаем очень уважаемого брата масона, который представляет великую масонскую ложу Конго. А на этих кадрах вступление в масоны самого президента Конго Дени Сассу Нгессо. В столице его государства прошла и торжественная церемония. На всех присутствующих соответствующие одеяния. Одинакового цвета костюмы, масонские фартуки и нагрудные знаки отличия. Президент зачитывает клятву и проходит своеобразный круг почета. А на этой видеозаписи очередной масонский обряд. И среди братьев-масонов сидит министр внутренних дел Кот-д'Ивуара Хамед Бакайоко. А вот кадры, сделанные всего несколько лет назад. Это еще один обряд посвящения в масоны. Ритуальные жесты, клятвы, церемониальные одеяния. Среди вновь обращенных президент Габона Али Бонго Одимба. Теперь и он член тайного общества. Но зачем лидерам африканских государств вступать в масонские ложи? Неужели у них нет других, более важных дел? Многие уверены,
Членство в масонской ложе гарантирует им безоблачный политический путь. А отказ от него – это отстранение от власти. Это же для дураков. Все слова «демократия» – это все для дураков, понимаете? Все кандидаты являются членами масонских лож. И кто из них придет, для них по большому счету это по барабану разница, понимаете? Все равно они будут выполнять волю этого комитета 300, который им будет ее диктовать, вот и все. Ну а для быдла это вот выборы, так сказать, вот вам, пожалуйста, голосуйте, так сказать, этот лучше, хуже. Посмотрите внимательно на эту видеозапись. Она была сделана всего 2 месяца назад, в январе 2012 года в Париже. На ней кандидаты на пост президента Франции. Всего за 3 месяца до президентских выборов они почему-то выступают в великой масонской ложе. Это выступление Жана Люка Меланшона, кандидата в президента от Левого фронта. А это Ева Жоли, представительница партии «Зеленых». Это уже кандидат от демократов Франсуа Байру. Из 16 потенциальных претендентов на главный пост Франции выступить перед масонами и поделиться своими мыслями и планами пришли 6. И все они принадлежат к самым крупным партиям этой страны. Именно эти люди имеют хоть какой-то шанс встать у руля власти одной из самых могущественных экономик Европы. Но почему эти кандидаты с лозунгами и речами выступают не перед своими избирателями, а перед членами тайной организации? Почему свои предвыборные программы они озвучивают именно им? Эксперты уверены, все потому, что во многом именно от этих людей с нагрудными масонскими знаками и зависит судьба будущих президентов. Франция, собственно говоря, является одной из родин масонского движения. Даже название «франк-масон», «франк-масоны», оно пришло из французского языка. В Франции масоны в значительной степени укрепились и консолидировались, потому что в период, когда распадалась одна монархия, потом революция великая французская, якобинская диктатура, потом период императора Бонапарта, опять период реставрации монархии, опять революция. То есть вот эти вот интенсивные встряски, которые переживало общество, безусловно, консолидированной группе, которая в целом одинаково понимает свои интересы и видит свое будущее, и, главное, обладает большими экономическими и политическими ресурсами, что важно. Вот такой консолидированной группе, как масоны, вот в такой вот ситуации находиться гораздо и проще действовать. Среди тех, кого пригласили выступить перед масонами, не было представителя одной партии Франции – Национальный фронт, который имеет серьезный политический вес. Не было Марин Ле Пен. Ее просто не пригласили. Значит ли это, что у этого кандидата нет никаких шансов выиграть выборы? Значит ли это, что ее заранее вычеркнули из списка потенциальных президентов Франции? Исследователи уверены, если ее не позвали, это означает только одно. Масоны единым фронтом выступят против нее. Ясно, что они себя не афишируют, но они обладают такими огромными финансовыми ресурсами, обладают гигантскими возможностями, что об этом просто надо говорить, кричать на всех углах и говорить людям, чтобы люди знали об этом, что многие люди об этом даже не догадываются. Получается, что не всеобщее голосование, не урны с избирательными бюллетенями, а члены тайного общества решают исход предвыборной гонки. Неужели это они определяют, кто будет править народом и какого политического курса будет придерживаться страна? Эксперты уверены, это действительно так. Многие судьбоносные политические решения принимаются небольшой группой лиц, которые по совместительству являются членами тайных обществ. Причем больше всего таких влиятельных лиц в США. Многие президенты и вице-президенты этой страны были масонами или тайно поддерживали с ними связь. Единственный, кто посмел бросить им вызов, был убит. Вокруг мир безжалостного заговора, который опирается на скрытые средства для расширения сферы своего влияния, на запугивание, а не на свободный выбор. Эта система имеет огромные человеческие и материальные ресурсы. Их деятельность тайная и скрытая. Это речь Джона Кеннеди под названием «Обращение к человечеству». Ее никогда так и не показали по телевидению. В своем коротком послании президент США говорил о начале борьбы с тайными обществами, которые хотят уничтожить свободный мир.
Возможно, на это обращение никто и никогда не обратил бы внимания, если бы не один факт. Ровно через 10 дней Джона Кеннеди убили. Быть может, это всего лишь очередное совпадение. Но некоторые эксперты уверены, президента стреляли по приказу масонов. Многие заявляют, Америка – это страна, которая создавалась масонами. И многие ее отцы-основатели были членами этого тайного общества. Мало того, первый президент США Джордж Вашингтон, который по совместительству был масоном, проектировал столицу нового государства так, чтобы в геометрии улиц и зданий потомки древнего общества смогли прочитать зашифрованные послания от него. Это снимок Вашингтона из космоса. Даже всматриваться в карту не нужно, чтобы увидеть очертания проспектов, которые образуют пятиконечную звезду. Этот символ означает у масонов мудрость. Это точка Белый дом. Это Капитолий. Монумент Вашингтона. Мемориал Джефферсона и Линкольна. И еще одно звено этой геометрической загадки. Здание Пентагона. Если провести линии через эти точки, то можно получить усеченную пирамиду. Один из главных символов масонов. А над ней образуется треугольник. По традиции внутри него изображается око Создателя. Если взглянуть в центр глаза, то там окажется это здание. Главный храм масонов Америки. А это одно из самых величественных сооружений американской столицы. Мемориал Джорджа Вашингтона. Величественное здание находится в пригороде под названием Александрия. Это настоящий масонский храм. Обычных посетителей пускают только на первые два уровня, где туристам рассказывают о том, как много полезного орден сделал для американского общества. Его члены несли просвещение и науку в массы, помогали бедным и боролись за равноправие. Но если оказаться на четвертом этаже, то можно увидеть портреты всех президентов США, которые были верны обществу. А это все первые лица Соединенных Штатов, начиная с основания страны по 1945 год. Среди них есть и изображение Гарри Трумана. На президенте традиционный фартук каменщика и мастерок – атрибуты масонов. Исследователи говорят, он запечатлен именно в момент принятия решения о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Все мировые войны устроены масонами, тут нет никаких сомнений, я же вам говорил, Гитлер масон, ложи Фуле, вот. У нас в СССР, я думаю, что скоро станут известны факты о том, что многие руководители Советского Союза состояли в масонских ложах, по крайней мере, если не высший регион, то следующий, и они, естественно, успешно работали на развал нашей страны. Это же тайная организация, понимаете, они не заинтересованы в том, чтобы информация об них выплыла. Удивительно, но и американские деньги буквально пронизаны масонскими символами. Это купюра достоинством в $1. На одном из оборотов слева и справа помещены два круга. Это две стороны большой печати США, которую приняли в 1782 году. На ее лицевой стороне изображен орел. А вот на обратной – усеченная пирамида. Один из главных символов масонского братства. Эта пирамида сложена из 13 ступеней. Число 13 встречается на купюре слишком часто. Белоголовый орлан, символ США, держит в клюве ленту с надписью «E pluribus unum», состоящую из 13 букв. Надпись означает «единственный из многих». Грудь прикрывает щит с 13 полосами. В одной лапе зажато 13 стрел, в другой – ветка оливы с 13 листьями и 13 плодами. В ложах масонов 13 ступеней посвящения. 13-й присваивается только высшему руководству ордена. По данным некоторых специалистов, 40-й президент США Рональд Рейган был масоном именно высшей 13-й ступени. И если нарисовать вокруг пирамиды, изображенной на долларе, звезду Давида, еще один масонский знак, означающий двойственное устройство мира, то ее углы образуют слово «масон». Слева на купюре над пирамидой в треугольнике виден глаз. Специалисты называют его по-разному. Всевидящее око, око великого архитектора Вселенной – это тоже тайный масонский знак. Над глазом надпись по латыни, опять же из 13 букв. Оно благословляет нас.